Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с подвижным столом. Один вариант у меня уже есть, который демонстрировал. Вот данный новый стол для движения и показа со всех сторон какого-то товара либо элемента для того, чтобы продемонстрировать его все качества. Также этот стол можно будет использовать для 3D-фото, если вам нужно в какие-то интернет-магазины, ну или просто представление какого-то действия, там фигуры и тому подобное, чтобы разглядеть, еще раз повторяю, со всех сторон. Пришло это все из Китая, доставлялось достаточно хорошо, все было упаковано в воздух. Ну и в результате пришло где-то в течение 2-3 недель. Доставлялось это тканью в пункт Мегамаркет, ну или раньше Казань Экспресс. Как видим, пришло вот в таком состоянии. Ну и давайте посмотрим, что у нас расположено внутри. Как видим, что покупая один, приобретаете три, то есть здесь три варианта стола есть. Что и требуется, это 15 сантиметров, диаметр окружности 18 сантиметров и 22. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Вот, помимо этого, здесь еще есть пульт управления. Как видим, здесь есть связь какая-то. Здесь у нас продемонстрировано, что может выполнять, ну, мультиугол. Дальше несколько скоростей есть. Ну и максимальная нагрузка где-то 22, ну, около 10 килограмм. Дальше принцип. Есть два варианта. Белый и черный стол. Ну и здесь тоже вот продемонстрировано. Три в одном. Три варианта стола. Движение 360. Можно 45, 90, 180 сделать. Есть спецификация продукта в том, что весит 650 грамм где-то, питается от microUSB 5 вольт, ну и да, максимальная нагрузка 10 килограмм. И скорости три варианта, в предыдущем столе только одна была скорость, ну, которую можно было в случае чего изменить на посте, когда вы редактируете видео. Ну а здесь 8, 15, 30 секунд радиус, относительно радиуса. И можно заряжать аккумулятор, батарейку. Здесь тоже основные характеристики, где произведено, сертификаты, ну и в том числе штрих-код для того, чтобы было удобно приобретать. Так, вот такой вот стол. Давайте посмотрим, что находится внутри, что он из себя представляет. Там ничего нету. Так, здесь один вариант стола. Второй вариант стола. Снизу есть кабель, есть пульт. Давайте сразу же его достанем. Там какая-то скинем. И сам стол небольшой. Плюс есть какой-то сертификат. И есть какая-то инструкция. Давайте пока это уберем. Чтобы не мешалось. Здесь разложен. Здесь нужно батарейки, две штуки типа 3А на 1.5 вольта. Ну и расписаны основные характеристики. Сейчас мы найдем данный вариант. И давайте посмотрим, что из себя представляет инструкция по эксплуатации на двух языках: английский и стандартно китайский язык. Ну и есть картинки, либо наводим камеру смартфона с Google переводчиком и переводим, что из себя представляют эти элементы, как они выполняются и осуществляются. Вот такая вот инструкция. Дальше стол. Здесь может быть аккумулятор 18650. Давайте проверим, есть у меня вариант. Да, 18650. А вот он уже вращается. Все, отключился. Можно питать при помощи аккумулятора. Есть кабель. Это USB-A на microUSB. USB-C не подвезли. То есть два варианта. И длина, ну, здесь около 80 сантиметров. Ну, чуть меньше. Да, кстати, давайте проверим. Единственный минус белого цвета, а сам
черным. Ну, при помощи стандартного адаптера, здесь на 5 вольт, 0,5 ампер, по-моему, или на 1 ампер. Ну, кстати, вот работает, сейчас заряжается. Ну и крутится, как мы видим. Это скорость менять, по-моему. Да, 3 варианта. И тут угой, скорее всего. Все, мы остановили. И давайте сейчас что-нибудь изобразим и подключим пульт. Вот такой пульт. Вот так мы разместили батарейки и аккумуляторы. Теперь вот так вот размещается следующий вариант стола. И самый большой вариант. Я вам продемонстрировал стол для видеосъемки, либо в 3D фото, для того, чтобы снимать какой-то объект со всех сторон. Ну и в последующем демонстрировать либо при видео, либо при 3D фото в каких-то интернет-страницах, там магазина и тому подобное. Он может иметь 3 варианта стола. Это 15 сантиметров, 18 сантиметров и 22 сантиметра под конкретные задачи. Ну и выдерживает 10 килограмм. Изменяет 3 скорости, изменяет направление и также может работать при различных углах, там 45, 90 и 120, по-моему. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию о столе 3D. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.